Ева, может, больше косичек сделаем? Не только две. Не хочу еще один. Целую голову? Вот там. В общем, следующий день у нас перед отъездом. Завтра уже выезжаем, так что сегодня еще полноценный день. Идем на завтрак, хотя зарекали, что не будем ходить. Но хоть кофе попьем, может. Потому что еще дорога предстоит, деньги нужны. Так, надо, кстати, заснять обзор отеля вам, обзор номера. Собственно, мы на завтрак, я отважился взять вот такие вот хлопья. Я вот тоже сейчас попробуем, молоко ли там или разбавленная смесь. Ну и, собственно, ничего практически удивительного, все те же продукты по утрам. У нас тут две русалки. Одна и вторая. Так, начинается война русалок. Война русалок. Бой, бой, бой. А ты так умеешь? Ева король лягушатника. Аленка там до гамака дорвалась. Сейчас пойдем возьмем у нее интервью, что она думает об этом. Здравствуйте, как вам отдыхается? Ева, покажи, как ты плавать умеешь. Покажешь? Вот наш басик сегодня пустует почти. Пришли мы после обеда на море. Смотрю, оно волнуется тут, как вчера. Эти волны, шум. Народа, конечно, тьма тьмущая. Август, конец августа. Золотые пески. Погодка сегодня волнующая, не на шутку, я даже боюсь туда лезть. А вон там ваша. Ловит волну. А я вот тут у себя ловит волну поблизости. Сегодня я хочу сказать.
то ли это как приезжали, то ли это чтобы поружнять, как много людей. Ну, очень. Платный аттракцион на море. Так. Крайний день поднимаемся. 180 ступенек после отдыха на море. Сегодня оно бушует, конечно. Чем тоже прикалывает и радует. Аттракцион такой. Ну, не для всех. Я вот любитель на волнах попрыгать. Алена-то не... Молчит, видите? Не любитель. Вот. Сейчас идем в отель. Ужин и обратно на набережную погулять еще. И завтра выезжаем. Ну, наверное, часов 7 утра придем сказать морюшку до свидания, когда поменьше народа будет. Вот. Отель у нас до 12, но не знаю. Выйдем, наверное, раньше по-любому. Хотя, как карта ляжет. Так, у нас тут ажиотаж вечером. Очередь километровая. Вот такой вот бар, где не наливают алкоголь. О-о-о. Такая очередь. Так, сегодня у нас крайний или последний ужин в этом заведении. С винишком. И вот такие вот. Вышли на прогулочку, крайний вечер перед отъездом. Сейчас Еве найдем коника покататься. Нет, на батуте-то вчера была. Сегодня идем на коника. Так, я же коник хочу. Надо не забыть магнитик купить или что-то там, морскую звезду. Что, Ева, будем кататься? Буня едет на куцике. Ева, довольна? А то просто... Тут вот какие-то передевашки можно заказать. А потом прийти на фотосессию и получится вот такие вот фотки прикольные. Ну и конечно же, куда же тут без атрибутов, всяких морских шапочек, косметика болгарская. Где тьма? Как будто только все едут отдыхать сюда. Что, не успела покататься на конике и у мамы уломала на вату, да? Так
было все забито сразу, как по очереди. Да? Недоговоренность была. Ох уж эти девки, сами между собой договорятся, а потом папа не знает ни о чем. Просто мама тоже любит сладкую вату. Что, тут даже иконы можно вам купить. Чего только нету. Такие бренделушки. Вот такая вот штука для детей. А может и не только. Которая вверх. И колесо обозрения, на которое мы уже ходили. Что? Хочешь посмотреть? Хочешь попробовать? Идем на машинке. Людей, конечно, здесь. Времени, не проведенного за рулем, он решил съехать еще на машине, как покататься таким. Не надо, мне слышно, конечно. Скажи, понравилось? Ага. Что там у тебя болит? Губка ударилась. Да. Ты так виртуозно там это. Мне еще завтра водить так, а вдруг понравилось. Сейчас начну так по серпантинам. Вот, выходя из столовой, у нас такой бассейн здесь. Где любила Ева бавить. Какой отель. Сейчас никто здесь не отдыхает, я смотрю. Все на море пошли. И, в принципе, здесь солнышко выходит так к обеду и довольно-таки нормально. Проводить даже целый день. Ох уж этот вид, идешь такой. Это здесь 180 ступенек. Но видончик. Конечно, очень отпадает в памяти и вдохновляет. Как блестит с утрицата. В такую раннюю пору еще не ходили, да? Сегодня крайний раз. Я даже монетки взял, можем бросить монетки. Ну и что, 180 ступенек.
Так, судя по всему, у нас меньше 2 часов остается. Сейчас моречко, до свидания. И будем отправляться в отель, чтобы сняться. Что нравится на этом курорте, все-таки море чистое. Не то, что там в Украине, как мы ездили за топы. Конечно, этому морю далеко до крымско-казантипского, которое я видел в своей жизни, либо итальянского, но уже что-то. Так, Ева бавится, она там загорает. Так, ну, можно каких-то ракушек даже пособирать сегодня. Сейчас попробуем окунуться. Так, в общем, перед отъездом мы зашли на море. Сейчас кинем монетки, чтобы вернуться в следующем году. Давай, загадывай желание там, кинь как-нибудь. Оп! Ну, я загадаю желание, чтобы вернуться в следующем году. Опа! Девча, иди сюда. Опа. Ну иди сюда. На минуту, на обратно. Я такая желание просмотреть. Одну? Все, в общем, монеты кинуты. Сейчас последние минуты ностальжи. У меня особый ритуал. Ну как особый? Алене постольку поскольку, Еве это как забава, а для меня это море, это любовь. Так что я еще пойду поплаваю. Хотела напоследок еще искупаться в бассейне. Ее вон все к ней лезет. Ева, не лезь туда. Hello. Hello. Не хотят прощаться. Да? Ага, да. У нас водитель появился. Угу. Я сама думаю, пойти пивасика себе взять. Надо быть это. Первый бухнул, после не посадил. Я пошла. Давай. Я побежал. Сегодня людей как тоже поменьше. Или все на море. Так, все, обедаем. И уезжаем. Сегодня напоследок вот сели на самом краю здесь. Там вот у нас морюшко виднеется.
Тут мы кушаем. А там бассейнчик. Ну что, все хорошо обязательно заканчивается, и отдых тоже. Собираемся выезжать в Польшу. А люди отдыхают дальше. И вообще жарко. Морюшко. 14 часов по местному времени. Выезжаем. Домой. Наш отдых закончился. Надеюсь, все довольны. Так, идем лучшими домой. Моментами отдыха. Ну и дорогу. Дорога это отдельный трип, так что отдельное видео. На этом заканчиваем. И начинаем влог дорожный. Так, домой. Подписывайтесь, ставьте лайки.